Этому зданию на проспекте Мельникова больше 20 лет. Здесь находилось предприятие быстрого питания и магазин продуктов. В социальных сетях разошлась информация, что здание будут сносить, но на самом деле началась его реконструкция. Имеет немножко устаревший вид, который не соответствует облику городского Химки, архитектурному. Поэтому вот, собственно, собственникам планируется как-то произвести реконструкцию, обновить внешний вид, и чтобы как бы не выделяться, иметь современный презентабельный вид. В здании уже идет ремонт, сейчас проводят черновую отделку и заливают полы. Обретет другие очертания и внешний облик здания станет более современным и красивым. Мы здесь находимся с 91 года, все привыкли, и вот пока идет реконструкция, очень много людей спрашивают, почему мы закрываемся, почему мы сносимся. Мы не сносимся, мы продолжаем работу, только уже будем обновленные, радовать покупателей. Внутри помещения появятся новые красивые прилавки, это будет похоже на фреш-маркет, а точка быстрого питания превратится в итальянский общепит. Все ремонтные работы должны завершиться уже через 2 месяца. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.